Дорогие друзья, уважаемые зрители, здравствуйте. У меня будет свести Плея Спила с Неллией. Хочу также показать литопсы, у которых уже закончилась зимовка. Вот этот литопс можно спокойно полить. Также вот здесь вот. Я плохо вижу. Здесь палящее солнце в теплице. Я думаю, вот этот литопс уже можно спокойно полить, но так как в апреле, вот сейчас апрель, у нас выпал снег. И, конечно же, несмотря на то, что в теплице очень жарко, я не могу позволить себе полить их. Вот этот вот литопс, видите? Он уже тоже полностью сменился, сменил новые листья. Вот эти вот здесь нельзя поливать. У них еще толстые, старые, мясистые листья. И не стоит. Этот вообще вот розовый, даже не думал пока ничего толком. Поэтому тоже мы оставим его и будем думать, смотреть. Здесь уже такие вот листья, но все еще не стоит поливать. А вот этот вот, видите, уже можно. Также вот этот двойной, который поделился и дал две пары листьев, можно полить. Уже многие можно полить. Где-то, наверное, в этой плошке штук 10. Допустим, вот этот литопс уже поменял. Посмотрите поближе. И даже как бы немножко подгорел на солнышке. К сожалению, все никак не могу найти место, чтобы куда-то их определить. В немножечко полутень, может быть. Ну, не такую полутень. Ну, чтобы не было такого палящего солнца. Вот этот вот литопс отлично полинял. Заметили? И здесь дал две пары листьев. Мне очень приятно, конечно. Буду поливать, вероятно, немножечко по одной ложке воды у тех, у кого уже полностью сменились листья. Кто еще имеет старые, не засохшие листья, то, конечно, нет. Вот посмотрите, друзья, меня спрашивали, как отделить вот старые листочки. Посмотрите, вот. Я его спокойно вытянула. Почему? Потому что этот старый листик, вот он такой вот стал, как пергаментная бумажка. Видите? И вот здесь попытаемся. Если не вытягивается старый листочек, то, возможно, потом как-нибудь, чтобы не повредить корешок. Если листочек не вытягивается вот здесь, вот, то не надо, оставьте его спокойно. Возможно, когда-нибудь вы будете производить пересадку литопса, и тогда аккуратненько снимите старые листья. Вот здесь видите, как литопс пошел просто вот в середину горшочка. Его тоже надо полить, он хочет пить. Многие сменили листья, вот этот вот, смотрите, уже спокойно можно полить. Но, к сожалению, как я сказала, у нас снег. Вот маленький литопс Херрай. Вот он. Красивая такая форма. Вот здесь литопсик сменил на две пары листьев. Так приятно, друзья. Ну, как вы видите, еще многие из них имеют надутые старые листья. Вот. А новые уже вот какие. А это семена. Семена, когда засохнут, я их где-то, может быть, в июле в конце, или когда уже точно уже я буду видеть, что коробочки с семенами подсохли, я смогу их снять. Просто вот здесь вот ножничками чик отрезать, и можно распотрошить, посмотреть, возможно, что-то посеять. Ну, сеять во время летних отпусков я не буду, конечно. Сеять, если буду, то буду осенью, чтобы за зимний период литопсы пришли в чувство и немножко подросли. Потому что, когда уезжаешь куда-то и некому полить их, конечно, может случиться большая проблема. Литопсы, которые вы посеяли, маленькие, пропадут, и все. Придется по-новому сеять. Вот, посмотрите, это так хорошо меняет. Также семена у него. Вот. Эти.
Меняют тоже. Ну что, друзья, еще у меня очень много литопсов, не буду все показывать. Вот здесь Плеоспилос будет цвести. Даже хочется его забрать в комнатку, посмотреть, как он цветет. Так, и еще происходит здесь, а также у меня дома на подоконниках, смена листа у офтальмофилумов. Их отнесли уже к конофитумам. Они очень красиво меняют листья. Но еще полностью, конечно, они не сменили, не высохли. Обязательно, когда снимаю видео, щебечут курочки тут, эти птички у соседей. Вот здесь, посмотрите, литопсы вот эти отлично сменили листья, да? Совсем еще капельку, и я их смогу полить. Надеюсь, что на днях дождик, который идет, и снег закончится, и тогда уже спокойно можно все это полить. Все мое хозяйство кактусное и литопсное опять. Ну что ж, друзья, в конце видео покажу вам свои цериусы, мою радость и мою гордость. Спасибо, что вы приходите ко мне на канал. Я сейчас работаю совершенно бесплатно, так как большинство у меня зрителей были из России. Ну что ж, я вам всем желаю мирного неба над головой и здоровья. До свидания.